Доброго всем дня, утра, вечера. Какие ассоциации у вас возникают при словах «белый лебедь»? Кто-то, конечно, вспомнит, а белый лебедь на пруду качает павшую звезду. Кто-то вспомнит, мне белая лебедь уронит в ладони перо с крыла. Лебеди – птицы парные, и однажды, выбрав себе партнера, остаются ему верными навсегда. Помните песню Мартынова «Лебединая верность»? Грустная, печальная, пронзительная до боли. В зале на концертах обязательно находились зрители, которые не скрывали своих слез, а операторы показывали их крупным планом. Кто-то, конечно, вспомнит «Царевну лебедь» Михаила Врубеля. Он написал иллюстрацию к пушкинской сказке о царе Салтане, когда птица-лебедь превращается в девицу. В оперении птицы нет ни одного чисто белого мазка. Художник смешал на палитре розоватые, голубоватые, сиреневатые тона, превращая оперение птицы в некий перламутрово-жемчужный сказочный цвет. А вообще-то это костюм его жены, оперной певицы Надежды Ивановны Забеллы. Врубель приходил за 3 часа до спектакля и помогал жене одеть этот костюм и загримироваться. Кто-то, безусловно, вспомнит «Лебединое озеро» и «Умирающего лебедя», где блистали непревзойденная Майя Михайловна Плисецкая, Волочкова в лучшие свои годы и Ульяна Лопаткина. Ну вот, вспомнили, как про лебедей пели, лебедей танцевали, их писали, добрались лебеди и до прикладного искусства. Их выжигали на дереве, вырезали из дерева, вышивают, а теперь и делают алмазную мозаику. Давайте вернемся из Третьяковки, оперы и балета «Ко мне домой» и займемся распаковкой 2 лебедей. Они из разных стран, на разных основах, из разных магазинов, в разных техниках, в разном оформлении, разными стразами. Они даже смотрят в разные стороны. Первый лебедь прилетел ко мне с сайта AliExpress. Вот в таком простеньком пакете. Все хорошо у китайцев. И стразы, и дизайн. Но пересылка – это что-то. Помятая, с заломами. Кто-то на ней скачет. Или какой-то холодильник поставили. Вопрос. Пока приведешь ее в выкладывательный вид, то ли под пресс напало на пару недель, то ли под утюг. 6 видов страз, 7 пакетов. Золотого 2 пакета. Золото и серебро стеклянные, остальные красные с перламутром капли, круглые бензин, янтарно-желтые листики и круглые.
стразы остались все. Золото хорошо, что было два пакета. Один закончился очень быстро, а из второго ушло больше половины. Из спецстраз прямо так нормально положили. Ох, люблю я, когда остаются. Запас карман не тянет. У меня есть картинка, рубленый картон из Леонардо и деревянная рама. Сейчас я строительным степлером прибью картон к раме, затем наклею картинку на всю эту конструкцию. Дальше покажу. У меня есть вот такое кружево. Долго я выбирала в нашем рукодельном магазине, но именно это мне наполнило волны, всплески. А золотое шитье прекрасно перекликается с коричнево-золотыми цветами на картинке. Но поля были белые, с легендой. Я их закрасила сначала корректором, потом золотой краской, а уже сверху приклеила кружево. Теперь очередь за боковушками. Мне не очень нравятся они неоформленные. Буду использовать тоже кружево шириной 2 сантиметра. И вот картина готова. Размер выкладки 24×24, стандартный китайский дизайн. Оформлена на раму 30×30. Я использовала два вида кружева. Торцы оформлены. Рамка была предварительно также покрашена золотой красочкой, чтобы не просвечивалось дерево. Вот такой готовый результат. Я, в общем-то, довольна. Кружево подходит, стразы сияют, дерево нигде не видно. Вешаться будет на подрамник, никаких здесь креплений не предполагается и не нужно. И раз уж я сказала, что лебеди птицы парные, пошла я в магазин Larkes, что на Валберисе, и купила основу для вышивки бисером. Еще одну лебедь. Называется «Царь-птица». Тринадцать цветов бисера. Указаны номера бисера прециоза и граммы для вышивания. Размер невероятно нестандартный. 38×26 сантиметров. Белого 24 грамма, разных оттенков голубого и синего от 19 до 24 грамм. Конечно, вкладывают они инструкцию по вышивке с четким описанием. Очень много брызг и капель водяных. Именно на них пришивались бы мелкие бусины, вот которых 160 штук. Потому как это частичная вышивка, я покрою слоем клея ПВА только птичку и море. Клей пропитает ткань, сделает ее жесткой, а когда он высохнет и станет из белого прозрачный, будет видно, какого цвета стразы надо применять. Начала я с моря, потом мне захотелось брызги, нашла полубусины с жемчужным покрытием и прозрачные большого диаметра стразы.
Потом решила, что клюв у птицы будет из мерцающих страз. Нашла два цвета темно-красного и бордового. Чтобы что-то добавлять и изменять, я постоянно смотрела издалека. Вот увидела, например, грубые переходы на груди у птички. Отковыряла и поменяла их на более голубые, мягенькие. Пустые пакеты отскакивали в припрыжку. Страз уходило очень много. Хорошо, что у меня запаса достаточно. Потому как бисер 2,2 мм, на что было рассчитано, а круглые стразы 2,8, соблюдать ряды, конечно, совсем не получалось, но мне это и нравилось. Взяла, допустим, я вести волну и выкладываю одним цветом. Потом гребень волны другим цветом, голубее или синее, уж как мне нравилось. Но одно дело блики и цвет волны, а вот саму лебедь надо было не ошибиться, чтобы видно было и тело, и не уходить в синеву, все-таки она белая. Стразы я использовала 5200, 3865, 3866 и крю. Много оттенков голубых. Страз ушло немерено. Брызги делала из страз для маникюра. Вот они как раз были 2-миллиметровые и с AB напылением. Белые стразы и полубусины разных размеров. Потом я решила украсить ей голову. Вспомнила, что у меня есть стразовая лента. Отсвечивает она, конечно, всеми цветами радуги. Примерила. Мне показалось отлично. И еще один штрих в корону. Белые и голубые перышки. Вот теперь законченный образ царь-птицы. И даже если кто-то купит такую схему, у нее или у него будет совсем другая птичка. И вот я все думаю, девочка это или мальчик. Надо, наверное, прикормить, а потом посмотреть. Если поплыл, значит мальчик. Если поплыла, значит девочка. Картинка закончена. Дело за оформлением. Как я уже говорила, размер ее очень нестандартный. 26 на 38. В багетку нести я не хочу. Рама съест картину, я считаю. Нестандартные картинки и нестандартное оформление. Несколько дней я думала, размышляла, что делать. Боли голова, шапку новую куплю. Пошла к своему любимому деревянных дел мастеру. И попросила вырезать мне из фанеры задник и раму для моей лебедушки. А из обрезков нарезать мне перышков. Разного вида, разного формата, вот таких вот перышков. Еще я решила ее пришить, а не клеить. И не просто так, а с шагом 1 сантиметр и 5. И именно вот в это время, в это место, где 5 сантиметров, чтобы в промежутках наклеить перышки. Мастер уже даже и не удивился, посмотрел мой канал и сказал, ради бога, такой заказ, значит такой. И вот полностью результат моей птицы-лебедя. Я по раме покидала перышки в совершенно произвольном порядке. Не соблюдала никакой схемы. Просто вот произвольно положила. Что я использовала? Гель-глиттер. Рассыпной глиттер. Серебро. Чтобы это все блестело, отражалось. И клеила сами перышки на гель-момент. Он стал прозрачным, держит очень хорошо, поэтому меня он устраивает. Прошила все это по контуру вот таким голубым шнуром. Совершенно все. Обошлось без клея, потому что основа тканевая. Мне показалось, что лучше будет ее просто пришить. Вот такой результат. Послесловие
Поскриптум, после сказанного пояснение. Намедни я тут выложила шортс про китайскую картинку. С вашего позволения повторю его. Что я хотела сказать, хотя не сказала ни слова. Все вы помните пушкинскую сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре, князе Гвидоне Салтановиче. Жила некоторая лебедь на море-океане, поэтому на фоне птицы с самого начала только шум морского прибоя и крики чаек. Тут в бочке нежданно-негаданно прибывает добрый молодец со своей матушкой. В не особо комфортных условиях. Царь Салтан – креативщик еще тот. В это время на фоне появляется мягкая музыка. А играть, как известно, могут только люди. Нет, я видела, конечно, в цирке тюлень играл на барабане, но не суть. Здесь свирель, гусли и гитара. Деревянный духовой и мягкие струнные в сопровождении. Человеческое берет верх, шум морских волн становится тише, затем лебедь и Гвидон подружились. Она оказалась приятной собеседницей. Гвидон ей рассказывает, что хочет жениться на девушке необыкновенной красоты. А она ему: «Знай, близка судьба твоя! Ведь царевна это я!» Развернулась, повернулась, в волну окунулась и превратилась в ту самую из мечты девицу. И идет по воде, яко посуху к нему. На фоне остается только музыка, а бурные всплески морские становятся тихими и ласковыми, как котенок у ног. И вот уже готовая картинка. Как символ вечной красоты, победы природного чуда, превращения прекрасной птицы в человека. Вот такой смысл включила я в минутный ролик и его оформление. Такие две разные и одновременно одинаковые картинки я сегодня хотела вам показать. Всем мира, добра и творческого подхода к вашим алмазным наборам. Пусть они несут миру свет, красоту, необыкновенную надежду, веру и любовь.